Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, подписчики и гости нашего канала. Вас приветствует пара нормальных блогеров. Ну, друзья, мы просто в восторге. Какие же вы все-таки у нас молодцы. Вот не зря мы говорим, что вы у нас лучшие, вы действительно у нас лучшие. Набрать столько лайков. Вообще, спасибо вам огромное. Я бы даже больше сказала, вы не просто лучшие, вы самые-самые лучшие, самые-самые. Молодцы. Спасибо вам огромное от души. Жмем вам просто руку и каждому отдельно, и всем просто, вы, ну, лучшие, правда. Друзья, вот сейчас не сходим с этого темпа, а наоборот набираем его, и дальше будет только интересней, лучше и криповее. Ну что, сегодня вновь мы вернулись и решили посетить тот самый загадочный домик в лесу. Но прежде чем наступит ночь, и мы приступим к нашим экспериментам, мы решили вам показать... В общем, мы решили попытаться пробраться вот в те самые постройки. Если, конечно, там что-то от них осталось, если, конечно, возможно туда как-то пройти, пролезть, то обязательно вам все покажем. Ну, нас не пугают эти сложности. Я думаю, что мы обязательно туда проберемся, потому конечно, что наше природное любопытство, оно очень сильное. Да. Дорогие наши друзья, и прежде чем мы начнем наше основное видео, мы бы хотели поделиться с вами одной не очень хорошей новостью. Когда мы ехали сюда, мы проезжали одно место, где мы уже однажды снимали видео. Это видео было про кладбище домашних животных. И когда мы увидели то, что увидели, нас это, конечно, очень огорчило. Давайте посмотрим. Да, я включилась. Вот, друзья, узнаете? Узнаете ту табличку? Здесь еще было огорожено. Здесь было кладбище домашних животных. Собственно, ролик о нем мы снимали. Можете посмотреть, пройдя по ссылке. Да, мы ссылочку оставим в описании под видео. И вот что от него осталось. И возникает вопрос, для чего это сделали, кому посмотрите, это надо? Все снесли. Вообще ничего нет. Мы, может, даже можем ходить. Ну, мы пойдем по тропинке. Осталось. Но вот здесь везде были могилки. Да, если не помните, пересмотрите. Вот где-то палка даже торчит, оставили, видимо. Здесь все снесли. Вообще подчистую все. Зачем? Вот остались только холмики. Холмики и то раскопаны. Здесь вот здесь остатки цветов, да. Здесь. Ну, розочка, да, железная. Угу, железная розочка. Смотрите, вообще все снесли. Я не понимаю вообще, что это за кощунство. Почему, для чего это было делать? Взяло это в голову. Да. Может быть, просто. Смотри, вот там. Да. Около елочки. Около елочки вино. Вот еще. Где? Да. Но мы пройдем только по тропинке, потому что вправо-влево вот все могилы, они их снесли и просто сейчас нереально. А мне кажется, просто атрибутику все убрали. А, да, посмотрите. Грибы на кладбище. Это, по-моему, даже какой-то хороший белый гриб.
На кладбище он априори не может быть хорошим. Вот, кстати, тоже палка. Грибов-то тут прям полно, я смотрю. Вот еще один. Вот палка. Вот еще палка, да. Везде только палки. Смотри, миски. Вон еще миски. Самая любимая, красивая и умная. Наверное, кошечка. Наверное. Вон еще, да. Да. Вот могилка. Вот сразу видно. То есть это сделали позже. Вот эти могилки, то есть они появились позже, как вот это все вот убрали. А я вот смотрю, да, вот эти железные, которые были, вон там еще есть, видишь? Вот эти железные здесь таблички стояли. Таблички просто снесли. Остались просто вот эти как трубки. Ну просто вот кому это надо было? У нас на этом кладбище у друзей похоронена собака. Я хочу просто сейчас пройти и посмотреть. Погоди. Не здесь? По-моему, где-то. Смотри, вот могилка. Так, ромашки. Я вот честно не очень помню, но вроде как будто бы здесь. Оля, Саша, вы ж нас видите? Это большой не Дюрана могила? Ну просто не помню. Да, может, мы ошибаемся. Дальше. Девчат, если вспомните, скажите. Там дальше уже, по-моему, ничего нет. Ну дальше я и не полезу с голыми ногами. Угу. Нет, не она? Нет, дальше нет. А, нету? Могила вот здесь вот слева. Ну, холмик я вижу, да. Вот. А здесь вообще, смотри-ка, а что это? То ли провалилось, что ли? Да, здесь могила тоже, по-моему, провалилась. Или не провалилась? В общем, все таблички... Могила разрушена, таблички просто сломаны, их выбросили, я так понимаю. Потому что здесь ничего не осталось, я не знаю, это вообще какой-то кошмар. Люди, кто это сделал, у вас совесть не мучает, нет? Похоже, кошмары ночью не снятся? Похоже, нет. Похоже, нет. Ну, не будем. У каждого свой взгляд, свое мировоззрение. Какой это взгляд? Вот какой-то взгляд, простите, но у меня просто, я вот на эмоциях сейчас. Разве так вот поступают? Здесь вот кошечка была похоронена, которой все время приносили еду там. Корм. Да, я помню, пакетик я, да, снимала. Либо это всё было, да, и в начале тоже. Не осталось ничего. Для кого-то ведь это важно, для кого-то это память, прийти. Да. Ну так же вот кладбище для людей. Мы туда приходим, чтобы почтить память. Память. Кто-то любит людей, кто-то любит животных. Это их выбор. Почему их лишать этого? Я тоже не понимаю. Нет, люди, конечно, приходят, подхоранивают здесь своих питомцев, своих любимцев. А куда им деваться-то? Куда им деваться? Я даже не знаю, что сказать. Вот у меня реально эмоции. Но вот как такое может быть? Пусть вам, кто это сделал, будет стыдно. Да. Не думала я. Сделайте. Сделайте, отведите какое-то определенное место, чтобы вот не творить вот такой кошмар. Отведите какое-то место, чтобы люди знали, куда можно прийти, похоронить, и чтобы вот такого не произошло. Да, ведь... Выделите специальное место, почему его нет. Мало того, что его никто не выделяет и не собирается. Они берут просто и вот так. А зачем? Понимаешь, если есть крематорий, это деньги. Это очередной раз говорит о чем? Да, о том, что это просто бизнес на этом делают. На всем делают деньги. Вы бесплатно хороните. Да, не позволим. Печаль, боль.
и грусть. Больше ничего. Здесь вот стоял дорогой памятник. Собачку похоронили, немецкая овчарка. Да. Дорогой большой памятник. И вот, пожалуйста, сколько земли. Вот тот умирающий лес. Вот, посмотрите, вот висит такая табличка. Честно говоря, ни о чем. Вот, я не знаю, вам видно, нет? Золото, конечно, там плохо видно. Ну да. Ну, написано предусмотренной статьей 10.8 КОАП РФ. Да. Короче говоря, у нас кроме штрафов ничего. Ну и типа кремировать надо, а не захоранивать. Все упирается в деньги. Вот ну, так. Кремация на минуточку платная. Да. Вот такие дела. Еще неизвестно, какой там прах. И прах не удают. Вот так. Ну что, дорогие наши друзья. Вот мы поделились с вами вот такой печальной новостью. Ребят, что вы думаете на сей счет? Пишите, пожалуйста, в комментариях свои соображения. И еще небольшое объявление. Некоторые из вас как бы обращаются к нам с просьбой, чтобы мы, ну как сказать, кого-то не устраивает наш там ЭГФ, кому-то это не очень нравится, ну и пишут с просьбами о том, чтобы мы приобрели спиритбокс, или я не знаю, что там, как там, ЭГФ-прибор, что там лучше, что вы хотите, мы не знаем. Так вот, к чему я подвожу. Ребят, мы к этим приборам относимся достаточно скептически. Мы об этом в самом начале наших ранних роликов говорили. Но, если уж вы настаиваете, желающие, кто так желает, чтобы мы приобрели, вы можете поучаствовать в этом. И если вы хотите, чтобы мы приобрели этот прибор, модель вы можете написать, кому какая интересна, нам без разницы, несущественно. Если вам прям очень хочется, чтобы мы его использовали, мы оставим ссылку в описании под видео. Можете скидывать донаты. Это чисто по желанию, кто как хочет. Как сумма наберется определенная, мы обязательно приобретем то, что вы хотите. Попробуем. Ну да. И еще я хочу добавить, друзья, все оборудование, за которое мы, так сказать, уверены, которое желаем мы, то есть которое нам, ну, интересно, да, эти вещи, то есть это оборудование, приобретаем мы сами за собственные деньги, и вас об этом мы не просим, как бы. Это лично наше желание, а на наше желание как бы мы сами тратим свои деньги. А вот в те приборы, в которые мы действительно, ну не то чтобы не верим, а скажем так, скептически настроены, но вы об этом очень, допустим, просите и хотите, чтобы мы ввели в свои ролики вот какие-то определенные приборы, если вы действительно хотите видеть тот же самый Spirit Box в наших роликах, в наших экспериментах, можете скидывать донаты. При всем при этом мы будем держать перед вами полный отчет. То есть, сколько он стоит, сколько мы получили. И, соответственно, чек по приобретению уже этого девайса. Все честно. То есть, пожалуйста, если желаете, ну, как бы без проблем. Мы можем его приобрести. Да, можете, извините, я перебью, можете просто написать в сообщении, когда будете скидывать, на то-то. Все, да, будет да. Предельно ясно. Мы потом эти все сообщения покажем,
То есть, чтобы было все четко, предельно честно и прозрачно. И определенную сумму, сколько он стоит, больше не нужно. Что это? Там лес. Ну, кто-то есть, что ли? Похоже. Просто понимаете, дело в том, что в той стороне... Комары. В той стороне как раз-таки находится домик, и нам сейчас туда. А оттуда издаются какие-то странные звуки. Ну, в общем, друзья, я думаю, что все достаточно и предельно понятно. То есть... Это чисто добровольно. Ваше решение, да. Это будет ваше решение. И мы ни к чему не принуждаем. Просто, если желаете, если желаете. Все, что желаем мы сами приобретаем за свой счет. Повторюсь. Но если вы желаете, пожалуйста, давайте купим. Все. Все по-честному отчитаемся. Как бы так. Ну что, ребят, приступим к нашим приключениям. Поехали. Друзья, мы на месте. Сейчас попробуем, попытаемся пройти туда, к постройкам, но... Слышите? Сейчас. Слышите это? Здесь где-то металлокопатели. С металлоискателями. Но мы все-таки попробуем пройти. Да. Там стоит их машина. Мы как бы не особо хотим встретиться с ними. Чужой зря поехал. Да, но раз уж мы сюда приехали за столько километров, хочется... Попробовать просто посмотреть. Крапива, капец. Просто ужас. Так, первая постройка. Там есть еще одна. Смотри. Что это? Блин, подожди, сейчас тут крапива. Соты здесь очень много. Надписи мелом. Не знаю. Не знаю. Да, там женские туфли. Свет не наступает. Да нет, я вот сюда. Смотрите. Может быть, здесь женщина жила. Ну, здесь семья, походу, жила. Банки, сапоги. Блин, там не видно ничего. Но здесь все разрушено. Какой-то ящик. А, это ракетка. Да. Да. Ну, пойдемте попробуем пройти еще в то помещение. Там еще есть. Быстро мы это сделаем.
Как здесь пройти? Что-то я не пойму. Здесь какой-то навес. Ой-ой, здесь только проход вообще никакой. Сохранившаяся постройка. Но мы не могли, друзья, не зайти сюда и не показать вам. Если что-то сохранилось, то мы обязательно сюда должны попасть. Что там? Хлев. Да, это хлев. Здесь жила скотина. Ах ты, скотина. Ох, здесь, блин, тянет. Вообще жесть. Просто кошмар. Давайте зайдем. Неприятное зрелище какое-то. Там сено. Типа кормушка. Кормушка, да. Блин. Въезд в лес. Запрещается. Запрещается. Опа. Так значит, не зря там колючая проволока. Слушай, ну, скорее всего, здесь какая-то зона, что ли. Ребят, пишите свои предположения в комментариях. Почему запрет? Вход. Ну я думаю, это отсюда. Вывеска леса здесь. Интересно. Получается, табличка между тем, откуда мы пришли. Да. И этим, да. Пойдем туда посмотрим нам. Скорее всего, да. Слишком маленький. Здесь тоже одна тянет. Палку я опять бросил. Да. Палка, конечно, чище. Это было с ним. Все. Наверное. Ну, я не знаю, туда что заходить. Поросята, да, или овечки, ну куры, может быть, тоже, короче, ну, что, они тоже притихли что-то, да.
поселение. Ну, по информации, как мы и нашли, это подтверждается. А это единственный домик, который сохранился. Поэтому это... Вот металлисты поэтому тут ходят. Да. Кто-то в комментариях писал, что вот раз колючка. Мы сделали такие выводы. Ну вот вам подтверждение. Ну да. Ну, тут к гадалке не ходи, в общем-то. Настала ночь. Мы преодолевали чувство дискомфорта от того, что нам предстоит зайти в жутковатый дом посреди леса. Да еще добавляло атмосферности яркое и какое-то зловещее полнолуние. Но несмотря на все эти факторы, нам очень хотелось снять это видео и показать тебе, дорогой наш зритель, именно так, как видим и ощущаем все это мы. Постараться передать вам ту атмосферу и погрузиться вместе с вами в тишину ночного таинственного дома. Через несколько минут вы сможете остаться наедине в том самом домике, где мы оставим камеры, а также наедине со своими ощущениями. Поэтому будьте предельно внимательны, прислушиваясь и всматриваясь во все, что там будет происходить. Приятного и атмосферного вам просмотра, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала «Пара нормальных блогеров». Так. Ну все, друзья, мы пришли. Так, все, мы пришли. На улице ночь. Фу, ну что, пойдемте. Проводить эксперименты. Дверь закрывай. Дверь не заколочена, это хорошо. Смотри, это... Что это такое? Гнездо. Гнездо осиное. Да.
сейчас расставим камеры. Определенно здесь, раз здесь было. Да, здесь надо. Ставни, да, есть. Сейчас расставим камеры. Кинект, наверное, все-таки на этот проем. Потому что все-таки там же показался силуэт. Мы решили поставить вместо освещения свечи. Во-первых, для атмосферности, во-вторых. Мне кажется, все-таки интереснее будет, если свечи, да? Угу. Так, пока мы достаем все оборудование. Нет, я не хочу что-то ставить, честно. Все это подключаем. Я, наверное, отключусь ненадолго. Таня расставляет оборудование. Я решила немножко поснимать обзор, показать вам ночную съемку этого домика. Ай, тут стекло. Угу. И вон, друзья, этот проем, в котором тогда показался силуэт. А еще вот в этом окне. Я понимаю, что вы хотите послушать тишину. Сейчас вам предоставится возможность, когда мы оставим здесь камеры и уйдем сами. Это уже на самом верху показывает. Смотрите. Это потолок. Это потолок. Вот сейчас только мы включили. И вот уже... Видите? Кто-то или что-то есть. Лежит, видите, как будто лежит. Иди, сходи, засними это место. Угу. Это потолок. Потолок, да. Вот смотрите. Вот это место. Вот потолок. Да, там кресло или еще что-то. А! Это типа диван. И он на этом диване лежит. Ну вот же, вот. Это же диван. Да? И он на этом диване лежит. Так, это интересно. Вот смотрите, все еще здесь. Диктофон надо ставить. Вы знаете, почему-то даже не могу нормальное освещение там настроить. Блин, я не могу одной рукой снимать, одной рукой. В принципе, понятно. Так. Так вот, что ли, не знаю.
Энергия этого места. Дух, кто ты? Так, это как такая? Если ты нас слышишь, ты можешь встать? Кто ты? Встань, пожалуйста. Но сделай какое-нибудь другое движение, если ты нас слышишь. Чей бы силуэт это ни был, поговори с нами. Ты можешь постучать? Если ты нас слышишь, постучи, пожалуйста. Смотри, он стучит. Вы видите? Да, не слышно, но он рукой делает, как будто стучит. Давай я камеру поставлю, зафиксирую, поставим. А можешь сделать так, чтобы мы услышали стук. Постучи, пожалуйста. Ты добрый дух? Если да, постучи два раза. Если нет, то один. Был какой-то стук, как будто один, да? Я не пойму. Ну давай я поставлю камеру тут. Интересно. Дух этого места, если ты нас слышишь, ты можешь нам подать какой-нибудь, не знаю, ну, стук или шорох или еще что-то, чтобы мы поняли, что ты здесь и ты нас слышишь. Дух этого места, скажи нам, уйти отсюда или нет? Если уйти, то стукни один раз. Если нет, то два раза. Удивительно. Но когда мы были там, то никаких стуков не слышали. И только при монтаже они проявились. Пока тихо, я не знаю, либо он общаться не хочет, либо энергетика слабая. Но он все еще там. В общем, друзья, мы сейчас оставим все камеры. Возможно, он как-то себя по-другому будет вести. Когда мы уйдем. Как-то это надо установить. Ну и, конечно же, запишем на диктофон. Поэтому посмотрим, как он будет себя вести без нас. Поставили несколько свечей. Ну, не знаю. На чем-то фокусируется.
что это как-то поспособствует активности, не знаю. Да, здесь, конечно, очень неуютно. Угу. В целом нормально. Тусит на этой камере. Если ты духом того места хочешь пообщаться с нами, говори, пожалуйста, в этот диктофон. Мы тебе зла не желаем, только добра. Мы пришли с миром. Угу, запись пошла. Ну все, мы оставляем здесь все. Так. Так, по итогу у нас так. Две камеры. Одна снимает Kinect. Да. Другая снимает общий обзор, общий план. Мы хотели поставить электромагнитник. Но, ребят, он у нас такой. Настройка у него такая автоматическая, он будет постоянно отключаться. Смысла нет его ставить. Ну, электромагнитником мы здесь уже замерили, в принципе, по нолям пока. Я не знаю, конечно, какая будет активность и будет ли она, когда мы уйдем. Но в любом случае, есть диктофон, есть камера. И если вдруг что, то, я думаю, на этой технике должно что-то проявиться. Поэтому электромагнитник особой роли не сыграет. Так, все, уходим. Потому что нам сейчас идти через вот это вот все. Это вам даже, наверное, не видно. Ну, в целом вы днем все видели, поэтому, короче говоря, пошли мы пробираться. Запись с камер получилась очень длинной и занимает много времени. Поэтому мы лишнее вырезали и оставили те моменты, где, на наш взгляд, было что-то интересное. Смотрите и слушайте внимательно. Thank you.
немножко нашей дороги. Конечно, так тяжело идти, но... Ну, немножко хотя бы, да. Хотя бы чуть-чуть. Все равно пока идет съемка там в домике. Мы немножко решили прогуляться. Сегодня, между прочим, на минуточку полнолуние. Мы думаем, что все же что-то будет. Должно же, мне кажется, быть. Полнолуние, как правило, всякое такое... Активность какая-то появляется. Да, да. Ну, будем надеяться, хоть что-то заснимем. Вот, посмотрите, какая луна. Если, я не знаю, видно? Вот она. У меня даже фокус не фокусируется. А ты поверни камеру. Нет, я вижу, вот она. Я прям ее по центру поставила. Надеюсь, что вам тоже видно. Темень неимоверная. Немножко прикольно. Да. Вы уже знаете, что добираться до этого домика, ну, немалый путь. Как на машине, так и пешком. Поэтому вот все для вас. Нам завтра на работу рано. А мы, похоже, здесь проведем всю ночь. Но ничего. Для вас мы готовы на все. Потому что вы у нас самые лучшие. Тишина. И только сверчки. Я думаю, надо немножко остановиться и постоять в тишине.
свечка тоже это. Он что, мы вовремя. Он все еще здесь. Он никуда не уходил. Здесь, наверное, завершим. Так-то. Ну что, дорогие наши друзья, мы на этом, наверное, завершим. Сейчас будем собирать вещи и пойдем к машине. Ну а дальше вы не расходитесь, так как будет небольшой бонус. Поехали. Итак, дорогие наши друзья, мы, как видите, на кладбище. Вы знаете, нам пришлось очень долгое время поискать это кладбище. Мы о нем слышали, историю точнее слышали, но конкретно где находится это кладбище мы не знали. Ну вот, наконец, нам удалось узнать, и мы приехали сюда. Сейчас мы вам коротенько расскажем историю о нем. Ну, как историю? История это или легенда, или слухи. Мы не знаем, но то, что вот слышали, то, что, по крайней мере, пишут в интернете, то мы вам сейчас расскажем. В общем, ребята, хотим мы коротенько рассказать, что вообще говорят об этом кладбище. В общем, ходит такая легенда, что якобы каждую ночь, вот как видите, вот там идет дорога. Я не знаю, видно ее отсюда, нет, но мы вам там покажем. Освещение. Там освещение, да. Будем выходить, покажем. То есть вот по этой дороге постоянно ездят машины. И каждую ночь, как поговаривает здесь местные, как поговаривают здесь местные жители, видят призрак какого-то маленького мальчика. Вот. Правда это или нет, мы, конечно, не знаем. Но, честно говоря, кладбище такое, здесь пройти очень сложно, потому что дорожка, ну, маленькие тропинки. Так, сейчас. Вот, я сейчас вот, кстати, вам покажу. Вот едет машина, если будет видно. Не знаю, там деревья, плохо видно. Ну, слышно точно, да. Вот прям рядом дорога идет. Ну, мы будем выходить, я покажу. Это кладбище находится достаточно далеко от нашего дома, поэтому мы сегодня не планировали съемку здесь. А просто по пути заехали, так как оно не так далеко вот от того домика, где мы снимали ночью. Ну, относительно, да, километров, наверное, 10. Да. Вот. Дальше, наверное, пока не пойдем, я думаю. А не пойдем, почему? Ну, во-первых, да, нам еще завтра на работу рано. А во-вторых, это уже совсем другая история. Я не хочу светить, поэтому каждый раз приходится свет выключать. Я не знаю, видите вы или нет, но хотя бы слышите, наверное. Так вот. Вот этот? Ну, да. Угу. Ну, здесь много могил и старые, и все. Мы уж вот по тропиночке идем.
Так вот, друзья, если вы все-таки проявите активность, то мы, наверное, придем сюда. Ну, не наверное, если вы захотите. Придем, поснимаем, прогуляемся. Можем записать на диктофон тишину, сделать фэк. Да, но для этого, наверное, нам все-таки придется сюда приехать днем и хотя бы, ну как сказать, на разведку. Потому что, ну давай-ка посмотрим. Потому что, честно сказать, мы здесь вообще никогда не были впервые. Можно ли вообще вглубь туда и как пройти? Дорожки узенькие такие, маленькие. Смотрите, какая лапа. Что-то щелкнуло. Слышали? Друзья, вы это слышите? Друзья, давайте поступим так. Мы в сообществе опубликуем опрос, и если этот опрос наберет, ну скажем так, 1000 голосов за, то мы сюда вернемся и расскажем вам всю эту историю. И покажем. И покажем, да, и проведем эксперименты. Все зависит от вас. Вы знаете, что делать. Ну да, то есть, если вам это не интересно, смысл нам сюда снова ехать, снимать, потому что, пойдем пока потихоньку, потому что все-таки это очень далеко от нашего дома, а ехать сюда ночью, ну плюс ночное кладбище, друзья мои, ну как бы не хочется просто так снимать, если вам это не интересно. Если интересно, да, давайте тогда проголосуем в сообществе. Ну все, пойдемте. Сейчас я вам, кстати, выйдем, покажу. Вот дорога, вот ее, наверное, видно отсюда. Да, вон там, да, даже там... машина наша видна. Да, да, да. Сколько? То есть вот там уже вот где фонарь, там дорога вот идет. И вот на этой дороге говорят, что... Я еще хочу показать, вот там памятник. Здесь очень часто разбиваются, здесь очень часто сбивают... А, здесь вот пешеходный переход, может, вы видите... знаки. То есть здесь какие-то вечно трагедии происходят. И виной тому говорят, что вот какая-то аномалия. Ну и плюс ко всему вот какой-то призрак, говорят, появляется. Вот. Прям рядом с кладбищем. Видите? Стоит памятник. То есть здесь кто-то вот разбился. Чуть дальше, если проехать, буквально там метров, наверное, ну 20, еще один памятник. В ту сторону, если пройти, еще один. Ну, может, туда не пойдем? Если захотите, в следующий раз мы прогуляемся, покажем. И что самое интересное, вот через дорогу по этой стороне ни одного памятника нет. То есть они все почему-то на этой стороне. Там со стороны, да, со стороны кладбища. Ну что, друзья, на этом, наверное, все на сегодня. Спасибо всем огромное за просмотр. Вы большие молодцы. Вы у нас такие молодцы. Девочки наши, мальчики наши, мы вас просто обожаем. Вот правда. Вы у нас действительно самые лучшие. До скорых встреч
и ждем вас в комментариях, ну и плюс в сообществе. Все, дорогие наши, до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.